Три неотвеченных, неправильно отвеченных вопроса, это упражнение считается невыполненным. Вводный инструктаж перед экзаменом. В правилах дорожного движения Зульфира Резванова как рыба в воде. Водителем трамвая работает 7 лет. Несмотря на опыт, уровень старается повышать регулярно. Не раз принимал участие в конкурсах. Признается, для опытного водителя испытания несложные. Самая коварная – трасса. В принципе, вот это как бы наша работа. То есть мы ездим каждый день. Но тут, ну я не знаю, может быть, волнение сказывается, может быть, еще что-то. Но трасса – она самый сложный этап. Кроме теории и практики вождения, участникам городского конкурса нужно сдать приемку подвижного состава и продемонстрировать культуру обслуживания. Всего 5 экзаменов. В финале городского конкурса профессионального мастерства принимают участие 9 лучших водителей. Для водителей это очень важно, потому что, ну, во-первых, это рост в профессиональном мастерстве. Это стимул для водителя повысить классность. Это дает, ну, популяризацию специальность как водитель трамвая. Победитель городского этапа примет участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей трамвая. Он пройдет этим летом в Самаре. Лариса Шлопаст, Максим Гусев, события.